Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем батлы на любимых исполнителей. Кирилл, спасибо большое. Ребятки, пошумим? Пошумим, друзья. Поехали. Служивание уже сейчас. Ссылка в описании. Ой-ой-ой! My name is Eric Kingston. And now you watch 140 BPM battle. There are hottest beats, most technical amps. And remember, no work about crime! I present to you our DJ. А, поняла, поняла. Что Инди тут хочет, чтобы его иностранцы посмотрели. Ну, естественно, если он на английском языке говорит. Да. Интересно, это на английском все будет? Слушай, а как же, вот, как же сами батлеры будут говорить? Сейчас посмотрим. This is DJ Virtus, make some noise! Virtus, Virtus. Right MC, introduce yourself. Peace Soldier, LWDS, Great Britain, let's go. А, иностранец, смотри, круто, круто. Иностранцы сейчас будут смотреть. Классно. Слушай, интересно. Ну ты же все слова знаешь, все. Тихо, не шуми. Обалдеть можно. Окей, участник Сева, представься. А-а-а. Шум дабл М, город Екатеринбург, Russian Federation, Перед началом бата я скажу одну вещь. Набирай промокод 140 на сайте спонсоров. Окей, по-английски, значит, первым будем артистом. Слышь, как он, высокий, маленький, даже что... Ну, метр два, наверное, метр два. Глянь, как он, или, может, так кажется. Посмотри, как он высокий, все маленькие против него. Они здоровы, какие. Нифига, американцы приехали. Мне нравится. Осуждаем запрещенные вещества. Шумик, не подведи. Потому что тут пришел Гэнста. Да, Шумик, не подведи. Он какой он высокий, как на 1.5 метра, наверное. Давай. Russian Federation. Ну, голос классный, да? Скажи. Угу. Они какие-то баскетболисты, что ли? Я не знаю. Очки темные. Вена надулась на лбу, двойная. А надулись, две вены. Точно, двойная. Не знаю, сейчас что будет. Это может быть... Сейчас Шум тоже себе надует. Рептилия? Возможно. А? Шум? Давай. Russian Federation. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Заново, что ли? Не смог. Let's go. Эй. Глянь, какие высокие. Угу. Может, это мутанты? Не знаю. Американские. Эско. А у этого, Шумик, по-моему... Ты вообще маленький. Что говори? Вот читает тоже. Ну, да, читает как? Американцы, это они, афроамериканцы, они законодатели рэпа. Да, ты понимаешь, как он читает, да? Да, он читает так, что он родился, чтобы это читать. Другой цели не было. Да. Читает. Так четко. Энергия, да? Энергия. Энергия. Рэперская. Каждое генста, слово. Генста, вот бяч. Так, вот так. Ага. У меня, мурашки по телу. Вот так даже, вот так. Смотри. I was 13, but they're just like shit. How did it make that super lift? Back and kick. T5 came and it got dicked. It got smacked. Cause we had to hide that fence to the fence. I'm looking back. Осуждаем, мы осуждаем запрещенные вещества. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с ним связано. Было бы круто. Так, не
опять. Такое вот не слово о грамме, чуваки. Отвечает шум. Шума. Ну-ка давай, шумик. Эй. Ты глянь, какой он высокий. Шум даже маленький перед ним. Да, конечно. Посмотри, какой он высокий. Мы по поясам обоим. Он до основной метр, наверное. Эй. Ну-ка. Шум сейчас он нормально сделает. Ой, он умеет. Сегодня в этом зале тот, кто показал нам, как нужно делать батл на бита. Будто навигатор помогал разобраться, что такое. Молодец. Да, да, лицо. Это молодец. Это мы сейчас здесь. Шагаем это 140, и, конечно, я взял первый сезон и поднял кэш. Я благодарен ему. Респект, спасибо. Пусть его не дамся, не будет здесь в России, но он болит. Вот если бы сказали, давайте одного батлера выбирайте против Америкоса, Шума, конечно, взять. Да, да, Шума, да, он грязь лицом не ударит. Да, 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 молодец, Шумик. Респект, респект. Пиздец, красиво. Фу, он ты... в своем месте, это место силы. Только я так не могу, да не лезу, ты скажешь. Ведь они хотели быть тоже. По факту эти люди, ты должен, я. Его зовут Рома Дилс. А, если Шуми, солнце, внутри ты сам, ты бомж из UK. Из UK, что за акцент? Я не понимаю, I don't understand. Чтобы либо похуй его взяли, только чтобы я будто вырвала с головы. У него язык и написала небо свои раунды. И типа почитал на чужом языке. Окей, welcome to Russia, we already happy to see you. После батла потом мы тебе наебашим. Зря ты приехал в Россию. Молодые пидор, считаешь, как я болел. Успех, together Russia and Great Britain. Nothing but respect. Молодца. Вы знаете рифму на Great Britain? Gay people, это вряд ли случайность. Но ты должен быть раптором, так же британец. Он заменил динозавра, а их прямые потомки — это птицы. Молодец. Классный текст. Молодца, смешной, молодца. Крутой. Молодца. Ну, реально смешной текст. Классный. Перевел, что ли, переводчика мой? Параметры. Thank you very much. Окей, ребята. Yeah, yeah. Тише, тише. Что-то там это. That was nice, man. That was nice. Let's go. Че-че-че. Yeah, yeah. У этого мужика какая-то рука какая-то ненатуральная. Почему? С татуировкой. Yeah. Look like that up. Stick to rich, look back in the shatter. Dragon Ball Z, I'll flex like Napper. If man ever try flex on matter, you don't make no peace, you man of gassers. Don't move nowhere, you man of gassers. I've been cold since back in the days. When I said that it shut down the blood clot rave, I'll send my back if it comes with his. Send my back if it ain't on way. Back in the days where I had two trays. Going on back, man, I miss them days. Going on back, man, I miss them days. Didn't have his, man, I had bridge. Going on back, man, I miss them days. What do you know about? Know about man, never been to school from day, man, don't know when I let the victims ring. Leave my down in the red road, eh? Roll up in a black car and I won't sit there. I'll just roll up back, act up shit like I am your man. Then I will let you blow in your face. Man, don't watch no shit, no shit up, yo. Don't ever chat about weed, pussy, yo, don't ever... Ну, хорошо читает, да, тоже. Ну, наш шум, конечно, намного превзошел его, да, по-моему? Он не ударил в грязь лицом, он ответил достойно, круто, показал, что русские рэперы шикарные парни. Да, да, но да. У него вот, у этого, значит, Soulja своя какая-то энергетика особая. Угу. Видно, что он, ну... Мастер своего дела. Мастер своего дела, да, и видно, что немножко какой-то другой вот вайб идет, немножко другую атмосферу дает. Ну... Он же ведь все равно... Интересно, он тоже, же ведь, классно. Он же не Россия, он же... Потому что все равно мы чувствуем своих, понимаешь? Mm-hmm. А там уже что-то такое... Такое, что-то новое, другое, да? Да, и уже что-то тоже чувствуется. Новое. Какие-то новые нотки. Читала перевод этому, потому что он читал. Ну, это, конечно, ну, понятно о чем, нормально. Но, конечно, это даже близко не стоит с тем, что наши рэперы могут отмочить. Какой трэш они только не говорят. Какой только трэшак они не говорят в батле. Наши, это да? Даже близко не стоит. Наши, вот да? Ты читал немножко, нет? Ну, я читал, где успевал, где не успевал. This is fun, man. I'm having fun, big up you, man. Короче, ребят, сейчас я прочитаю, я думаю, что поймете на видео потом. На английском говоришь, да? Let me speak from my heart right now. Ну-ка, давай. Listen, peace, soldier. Today I'm saying peace, soldier. So let me tell you how I live in peace, soldier. Круто. Let me buy you a drink so we can be closer. Ой, не могу. Oh, if you ask the way you're gonna fight, buddy. Nah, it's nothing, I'm trying to be nice, sorry. You're old as fuck, oh, maybe you're like 40. You're old as fuck, bro, what are you like, 40? Fucking doing what you like, homie. I'm gonna slow you into life, put your hype on me. But honestly, I wish you wasn't on my side, shorty. Yeah, cause man, you're quite ugly. Who the fuck even let them inside, buddy?
кошмары, что ли? Нормальный. У нас все равно вот это развито изучать языки новые. Mm-hmm. Поэтому для наших рэперов на английском зачитать не проблема. Mm-hmm. Потому что мы английский все более-менее знаем, а он на русском, если бы, это было бы... Да не смог бы он, конечно, нет. А может, сможешь, пойдем посмотрим. Мы все равно языки учим всегда с детства, там, со второго класса все учим. Немецкий, английский, французский. Для нас это норма учить языки. Окей, ребята, как вам первый раунд? Ну, я хочу сказать, то есть, что английский не проблема для наших рэперов. Они хорошо знают английский, рэперы наши. Саня, врубай второй биток. Тел на дебит, подоспока. Так мне нравится он вообще, ведущий. Yeah. Yo. Okay. Сейчас улетишь в космос. Слушай, наши вот матекаются наши, да, как-то нормально, да, у них. Ну как, нормально, да, нормально воспринимаешь. А это да вот он такой, он вообще особо чуть ничего... неприятно мне. Нет, 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 у него нейтрально абсолютно, ничего такого абсолютно. Там есть кое-что, блин. Нормально все. Ты чё, та-та, блин, та-та? Не та-та. Шум-то не та-та, говорил. Это он показ, как пули летят, изображает. Ну, я поняла. Ну, ну вот он якобы показ нам Fast flow. Да. Ну, слово та-та-та-та-та. Ну, что-нибудь другое скажи. А, ты хочешь сказать, что он нам пытается быструю читку показать этой ерундистикой? Да, ну какая читка, да? Вот шум-то. Действительно, та-та-та. Шум сейчас сделает. Протрулил ты нормально его. А-та-та-та-та-та. Я так тоже могу. Ты как шум, расскажи. Ну-ка, давай шумик. Я. Полетел. Настрой идет. Конечно, да. Был правильный выбор шума позвать. Знаешь, мне кажется, знаешь, другой, возможно, не вытянул бы. Слушай, знаешь, что еще я тут вот им надо думаю? Подготовка хорошую, подготовку ответственную подойти. Вот эти батлеры, они, наверное, все образованные.
Вот почему я это думаю. Во-первых, надо текст запомнить. Ну, это понятно, надо его да. не забыть. Надо его выучить. Не очень, да? Надо его отрепетировать. Mm-hmm. Надо пойти, значит, не какими-то делами заниматься, которые тебе нравятся, да. а надо отрепетировать все да, четко. Несколько надо, недель. Надо минимум. Записать его. Надо сделать красивый батл, чтобы был. Mm-hmm. Украшение тоже естественно. Если ты в школе двоечником был, mm-hmm. ну, например, память-то не очень, так не сможешь. Это может стать батлером. Очень такой умный человек, мне кажется. Как ты думаешь? Ну, конечно, который да. Который да. хорошо ну, все как, улавливает. Который... Да. Нет, у которого память хорошо развита, да. Стихи читает, запоминает хорошо, понимаешь ты? Ну, понятно, что это я тебе говорю. Это дисциплина, подготовка, да. Есть же не очень такие ответственные батлеры, да, которые да, там да. половину выше, половину, там, извините, да, да. туда-сюда. Английский ты как? Шум смотри. Хорошо подготовился, вообще. На совесть. Видно, что он видно, что он интеллигентный такой, да? Интеллигентный, умный человек, да? Молодец. Не подкачал. Yes. Yes. Знаешь... Я не буду есть. Ешь. Не, вот этот текст вот Солджа читаешь, и вот понимаешь, я не знаю, конечно, он, может быть, специально такие нейтральные строчки писал. Но текст такой, знаешь, даже не ожидала я, что настолько будет простенький текст, в кавычках. Потому что наши батлеры, они такой трэшак там мутят. Может, у них, конечно, тоже такое есть, я не знаю. Но у них, по-моему, кроме мазафака ничего особенного нет. Слушай, ну он приехал же в гости. У нас язык будет... более разнообразный, потому что русский язык, он более разнообразный. If I don't walk in there with this girl, I'd be like, what is he doing with her? And I don't flop, something like her, I'll block something you for a racial slur. Back in the day, smacking off curves, 130 in a metro turf. Double touch that when I hit that bird. Это он хочет тоже выступать. Волнуется, волнуется. Rolling the place, face covered in stocking. Give me the loot, hot body start dropping, back start hopping. Man, I love all this on the tip when the tick starts popping, body start dropping. Been a white face, Mr. Cody, hold you in a coffin. Shits in a righteous, more time should be looking. I get Versace's, wings on my jeans, sport in a money, walk back at niggas, acting gnarly. Man's head drunk when we rolled in a party. These man claims so we fucked off Charlie. Y'all had a baby, fucked off Charlie. Messed up the line cause you fucked off Charlie. And I'm from Leeds, everything Barry. Not one of these man could have outbar me. Flicked in the wall, man, I roll like Arnie. Had tight Fazzy, set man a ratchet Friday. I've been cold since back in the days, I was hiding drugs in a party. You man a show like Jordy, words get cut short, sitting like naughty. I'm one of these man pets like family as young. See, I'm better than you. Send out your best, I'm severing crews. If I got one split, then I'm sending in twos. You man are making irrelevant moves. I'm on stamping board like elephant food. Sick of these man, don't feel, send a room. For the feel, send a bike, for the friends, move, move. Round. 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 Одно слово «раунд» выучил. Но все равно, ведь ты пришел, приехал в гости. Ты выучи один батл на русском, да? У нас же шум. Два батла. На английском прочитал. Я тебе говорю еще раз. Угу. Все наши батлеры, они язык знают. Угу. Потому что они слушают западных рэперов. Угу. Они тоже увлекаются этим. И для них язык не проблема. Они английский вообще хорошо знают все. А для них русские, они там спасибо еле-еле говорят. А западные наших не слушают. Нет, потому что все-таки Запад считает, что впереди нас идет все-таки. Ну да, давай дальше. Окей, я бы зафлипал, но нихуя акцент не понимаю. Окей. Сейчас немного на русском, короче. На русском, да, будет? Окей. Эй-я. Я никогда не делал грайм, но во мне много грязи. Эй, на этой адской кухне я как Гордон Рамзи. Ваши кумиры протухли, да, это плохо пахнет. Похоже, они не готовы, не готовы бахнуть. Эй, я не с улицы окраин, но когда я на сцене теряю люди свой бадик. Из микрофона тут хули вылетают. Второй сезон, хули, но бывает. Раньше было лучше, мы туда зайду. Он никому не нужен, но тогда я заберу. Не, я теперь делаю патчи на лету. От России до Англии я их перевожу. Эй, я летаю по битам опять, но это между на... Ой, а что такое? Ты нажала. Нет. Рот и болел, я вот на что-то не прям. Но все ваши топы народ себе будто за что были роты. Как кто меня ждет, тут на родине таково черный мешок. С кем замотлеть по мне? Мусор, как будто я на митинге. Они стал вылезти на вольные. Они хотели ритуала, вируса и гнойного. Ну и что же, ты просто показал свою бессолджу. Это что за финал объясни? Лучше бы солджу.
на базал. Могли бы так замесить, да? Но кто-то больше не падает с батл МС. Из-за только минус, soldier. Ain't no war between us now. It's all about who's supposed to illustrate. Просто доволен, что это все случилось. Эй, йо, нужен только минус. You don't want no smoke, it's smoke and mirrors. Always smoking on the days of the local dealers. Но я просто доволен, что это все случилось. Эй, йо, нужен только минус, soldier. Ain't no war between us now. It's all about who's supposed to illustrate. Просто доволен, что это все случилось. Эй, йо, нужен только минус. You don't want no smoke, smoke and mirrors. Always smoking on the days of the local dealers. Я просто доволен, что это все случилось. Спасибо! Вот Солджи, он, конечно, вот так уверенно выступал, да, молодец, mm-hmm. хорошо, уверенно так на своем стиле. Mm-hmm. Но шум был более активный, да? Он более активный был. Нет, ты больше знаешь, как-то старался. Ты знаешь, я вот шум еще больше стал уважать. Uh-huh. Для меня он прямо открылся уже по-другому даже, да? Uh-huh. Ответственность. Да, 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 дисциплина. Ответственность, да, дисциплина. Ну чё, ребята, по-моему, это охуенный батл, согласны? Давайте узнаем, кто вам понравился больше. Peace Soldier! Да, крутой он, классный. Окей, окей, окей. Шум! Ну почти одинаково, да? У кого больше было, у Soldier, да? Да хватит, ё-моё! Шум! Да, одинаково. Всем спасибо, чуваки! Это был International Clash 140 BPM Battle! Так, ребятки, давайте подведем итоги. Так, сегодня у нас батлёрки были. Батлёрки, иностранец и шум. Ну, в батлёрке? Батлёрка это типа гримёрка, да? Да, батлёрка да, на батлёрки, сцену, ребятки. То есть. Ну, ты мне что можешь сказать про иностранца? Он понравился, нет? Мне понравился, мне да. тоже понравился, да, понравился. Мне понравилось, что он опять не суетился, лишних движений не делал, пришел, хорошо выступил. Да. Но их строчки, конечно, мне вот кажутся смешными немного. Там типа я еду со своими кентами, я сейчас тебя пристрелю, там вот это... Как-то немножко смешное, как-то чуть-чуть. Да, а у наших как-то пожестче бывает. Ну, может, и у них, конечно, есть там жесткие строчки в их культуре. У них же тоже есть батлы, рэп. Да, хорошо. А шум для меня открылся еще лучше. Профи. Мне понравилось. Оба читали хорошо рэп. Ну, конечно, я свое предпочтение отдаю шуму, естественно. Мне он вообще понравился сегодня. Прям очень сильно понравился. Ну да, потому что он классно выступил, да, все да, сделал да, как да, надо да, и да. свою страну не подвел. Да, молодец. И английский, угу. Молодец. Ну что, ребятки, с удовольствием посмотрели, послушали, удивились. Не то, что немножко. Я сказала, не то, что свою страну не подвел, а именно вот он же как представитель да. русского батл-рэпа. Russian да, русский батл-рэп. И он угу. тоже показал, молодец, что он да, может да. круто сделать. Да, молодцы. Голоса красивые, читали хорошо, ребятки. Необычный батл, ребятки. Никогда не думала, что иностранцы могут приезжать к нам. Я не знала, что может такое быть. И вот увидела, очень понравилось. Интересно, я послушала бы еще что-нибудь, например, такое. Ну ладно, друзья. Послушай, в интернете полно, послушаем. Да, в интернете послушаем. Ну ладно, друзья, пока, мои хорошенькие.